Защитник «Шинника» Евгений Яченко из-за травмы не сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона. Завтра в 14 часов на своем поле черно-синий сразятся с калининградской «Балтикой». Кроме Яченко, под вопросом остается участие в поединке нападающего Эльдара Низамудинова. Оба футболиста пропускали предыдущую игру «Волжан» против московского «Динамо». Перед заключительным туром первенства ФНЛ «Шинник» находится на 7-й строчке таблицы. В случае удачного исхода матча с «Балтикой» дружина Александра Побегалова может финишировать на 5-м месте. Калининградцы находятся в зоне вылета. Победа над «Шинником» – последняя возможность для команды остаться в футбольной национальной лиге на следующий сезон. Понятно, они борются за выживание. Нам эта ситуация знакома, когда мы конкретно в прошлом году все с точкой, да наоборот, мы играли последний тур в Калининграде, и у нас решалось, что в кошмарном сне не могло присниться, что «Шинник» мог улететь из ФНЛ. Тогда мы мобилизовались, хорошо подготовились, ребята дали бой и выиграли 3-0. Сегодня такая же задача стоит перед «Балтикой». Но у нас стоит задача, прежде всего, перед своим болельщиком поблагодарить их качественной игрой и результатом за поддержку в течение этого трудного сезона.